Так, Марс. В этом дубле будет исключительно Марс, Венера. Практически за сплошными облаками. Августа 2020 год, Харьков. 5:13 по Киеву, через 15 минут уже солнце встанет. А мы пока наслаждаемся Марсом. Марс до сих пор видно. Он настолько близко, что уже яркости ему хватает, близко к Земле, что яркости ему хватает даже перед восходом солнца быть видным. Что же я Фобоса-то не вижу, даже в окуляре справа ниже. Белое пятно полярной южной шапки. Вижу. А Фобоса не вижу. Облачка постоянно нам мешают, но вот сейчас как раз в прореху такую попал Марс между облаками. Зараз, вон Венеру видно. А ну давай я попробую ее поймать. Выглянуло быть буквально. Через малепусенькое отверстие между облачками. Может, мы ее зафиксируем. Красавица. Конечно, зафиксируем. Это будет в таком виде. Все, да? Не все. Это я своими кривенькими ручками мимо кассы. Да видно, как облака его затемняют. Затмевают. Венеру не затмишь. Наша красавица. 114 миллионов километров. Сейчас скроется. Все, находит облако. Куда уже не денешься. Ладно, пошли назад к Марсу. Его уже едва видно. И даже прицелиться в него будет целое дело. Подходи, не стесняйся. А вы еще физик или что? Нет, я просто Марс пытаюсь снять. Марс? Да, это Марс. Сейчас. Ой, уже пошел. О, я вижу. Вы здесь видно? Да, я вижу. Здесь не видел? Посмотрел, куда он идет. Видишь, у него внизу на Южном полюсе такое белое пятнышко. Как? Внизу этого шарика красненького. Оно едет туда-сюда? Да, он движется, Земля-то вращается, вот это с такой скоростью оно перемещается по небосводу. Увидел внизу вот здесь шапочка такая, в самом низу слева. Там есть ледяная шапка, я ее чуть-чуть видно. До него сейчас 81 миллион километров.
Сколько? 81 миллион километров от Земли до Марса. 81 километр, да? Миллион километров. Вот до Солнца 150 миллионов километров. Сейчас. А до Марса? Это а Марс, до... да? Марс, да. 20 августа 2020 года. Харьков, 50-я параллель северной широты. Это 125-кратное увеличение с фотоаппарата. Сколько миллион километров? До Марса 81 миллион километров сейчас. Половина расстояния до Солнца. До Солнца в два раза дальше. 81 миллион километров. Сбежал уже? Уже не будет. Давай. Там еще облачка нам помогают. Ну давай попробуем приблизить еще чуть-чуть окуляря. Марс. Да, это четвертая планета от Земли. Идет Меркурий, Венера, потом Земля, а потом следующий от Солнца, вот это наш Марс. В октябре месяце он будет в 60 миллионах километрах, совсем близко к Земле. Раз в 20, в 2 года он так близко подходит к Земле. Он еще больше будет. Лучше Юпитера будет виден. Венеру жалко, не видно за облаками. Венера яркая. Так, ладненько. Это у нас 5.19 по Киеву, Харькове. 20 августа 2020 год. Да, вот там Венера, ее хорошо тоже снять. Но сейчас подождем, может облака разойдутся.